Вот глициния. На этом дереве, на одном стволе было 244 сосульки. Они все были до пола. Вот такие семечки. Но если семечки начинать выращивать, да, они все всходят, но это надо ждать 8-9 лет и так далее, до цветения. А вот обратите внимание, внизу отростки весь газон вот такими деревцами покрыт. То есть это стоит у нас уже отсаженное в горшочке 450 рублей. Это розничная цена, соответственно, есть еще скидки. Чем оно отличается от импортного? То есть вы можете его пустить на что-нибудь, да, плестись, либо сделать такой штамп. Бамбук у нас тоже есть дешевый, продается к нему палочка бамбука, порядка 40 рублей стоит, ну, вот, на садовом центре. Значит, что вы делаете? Это растение зацветет на следующий год при правильной его обрезке и при правильной его формировке. Чем оно отличается от импортного? За импортный вы заплатите от 10 до 13 тысяч, будет одна кисточка и может замерзнуть. Потому что в основном это Италия поставляет, и порог, конечно, закутывать надо и то, и другое растение, но это к закутыванию относится совершенно по-другому. То есть наши зимы практически можно не закутать, не стали. А импортная может просто замерзнуть, и все. И вы выкинете деньги. Импортная будет стоить, грубо говоря, от 10 тысяч, наша стоит 450 рублей. Вся разница.